було філармонія зараз мало што засталося. Для мастацкага кіраўніка установы гэтая рэальнасць не інакш як бальзам на душу. Па маральна і фізічна састарэлым будынку, умовы якога не дазвалялі рухацца наперад, ён і яго падапечныя натуральна сумаваць не будуць. Не было правильного горизонта сцены, то есть сцена уже была изрыта, и на сцену просто сверху с потолка падала вода во время дождей. Не было возможности замены декораций. Устарелая ручная машинерия сцены не способствовала тому, чтобы шло какое-то действие на сцене. Поэтому говорить отсутствие звукового оборудования, отсутствие светового оборудования, отсутствие хорошей акустики в зале приводило к тому, что все наши какие-то начинания заканчивались тем, что мы усредняли наши мероприятия, и все это сводилось к невысокому качеству продукта, который мы представляли нашему зрителю. Теперь гродинским артистам працевать по-старому больше не доведется. У их распоряджении будет одна из самых великих и сучасных сцен краины. У поравнании с минулой только ее ширина повеличена удвоя и складая 22 метры. Это значительно представляет новые возможности, интересные возможности. При этом увеличение сцены не приводит к появлению какой-то громадности. Она уютна и совмещена очень удачно с залом. Это первое. Второе, у нас появится наконец рабочий круг, которого у нас не было. У нас появятся возможности видеопроекции, рир-проекции и прямой проекции на сцену. И самое главное, у нас появятся даже возможности для репетиции. У былым будинку гримерок не было. Зараз з'явится одразу 6. Подрыхтаваться у одной из них сможет одразу целый коллектив. До речи, узведение 4-поверховика, где и разместятся гримерки и администрационные кабинеты, наближается до завершения. В данный момент проводятся работы по завершению кладки пристройки. Это будет административное здание будущей филармонии. После заканчиваем кровлю над сценой. Готовность строительных, общестроительных работ 90%. Отделочные работы также ведутся в самом основном здании и в пристройке. После того, как над концертной пляцовкой з'явится дах, частка будовников застанется на шклене и тынковцы, остатние опяродуюць унутр. Параллельно с заделкой распашнется монтаж сцены и глядацких креслов. Дарэчы, колер одення залы, различенной на 1200 месцев, покуль трымается у сакрэте, ровно як и дата заканчэння реконструкции филармонии. Актуальными застаются папярэднія термины – конец 2013 года.